Сегодня ночью в 3 часа 9 минут произошло обрушение правой торцевой фасадной части флигеля дома номер 10 по улице Ясной. Этот дом постройки 1912 года является памятником архитектуры местного значения, так называемый дом Беляевой. В 1991 году он принят под охрану государством. На сегодняшний момент в доме проживало 38 человек в 10 квартирах. Обрушение произошло, как я уже сказала, в правой торцевой части флигеля. Это квартиры 2, 4, 8 и 12. Из 38 человек 11 человек отселены в лагерь Мрия, остальные отселены к родственникам, к друзьям, к знакомым. Причина обрушения в настоящий момент устанавливается, но уже по визуальному осмотру видно, что, скорее всего, этому причина была реконструкция самовольная в квартире на 3-4 этажах. Визуально при осмотре мы обнаружили, что на деревянных перекрытиях залита бетонная плита, которая нависает над всеми остальными этажами. На сегодняшний момент там работают службы чрезвычайной ситуации. Происходит сейчас разбор завалов и будет заказано экспертизы. Экспертиза уже установит окончательную причину обрушения. В феврале этого года к нам обращались жильцы дома с информацией о том, что у них появились трещины на первом этаже. ЖКС Фонтанский, который обслуживает эту территорию, вышел на место, установил маяки. До настоящего времени маяки были в нормальном состоянии, не треснувшие. Более того, ЖКС Фонтанский обращался в Управление охраны культурного наследия с просьбой обследовать дом, установить причину образования трещин, ну и в дальнейшем принять какие-либо меры. На сегодняшний момент дом находился под наблюдением. Опять-таки, окончательная причина обрушения будет установлена экспертизой. В разборе завалов сейчас принимают участие 6 единиц техники коммунального хозяйства и 28 сотрудников. Это сотрудники городских дорог, горзелентреста и ЖКС Фонтанского.